Вот возникла такая проблема. Начали делать схождение задних колес, поломали развальный болт, оборвали. Как будем бороться? Вот, пружины уже стянуты, уже все как надо. Стойки стабилизатора откручены. Первая, вторая. Вот. Резать сайлентблок не хочется, хороший. Вот, жалко. Будем высверливать. Вот прошелся, наверное, пятеркой. Не знаю даже, какие сверла. И, похоже, десяткой или восьмеркой. Сделал вот такую штуку для перфоратора. Вот такой вот. Заточил пику. И буду потихоньку его вбивать. Она уже вот немножко подизносилась, но ничего, подточим. Сегодня сверлил шуруповертом, и сели обе батарейки, шуруповерт дохлый. Завтра продолжу, до приезда болтов еще целых 3 дня. Вот, и мне кажется, что он тут даже немножко пошел. С перфоратора даже обычные дохлые макиты, сейчас фокус, если наведется. Не видно здесь, да? Вон зазор появился. Вот, но появился очень незначительно. Я уже полдня с ним ковыряюсь. Вот, конечно, если бы сделали быстрее, вот эту штуковину просто отщелкнул. Что это такое, не знаю. Вот, и поднял вверх. То есть болту хватит места выйти. О, фокус. Болту хватит места выйти. Ну и новый засунуть, соответственно, тоже. Здесь дело будет полегче. Тут оно мешать не мешает. Вот. Может открутиться без проблем. Попытаюсь гайку раскачать и выбить уже кувалдой или чем-нибудь еще. Если не обломится. Вот, а то там что-то как-то резко дернули и быстро поломали. Вот. Что такая вот ситуация возникла. Будем делать. Тут хорошо видно, уже где-то на четверть прошел толстым сверлом и больше чем наполовину тонким. Что угол не тот взял. Ну ничего, где-то до половины пройдем, дальше соскочит, я думаю.